Итак, друзья, мы приехали в потрясающее место. Наш друг Мурат привез нас. Вот отсюда можно увидеть такое вот море. И вот смотрите, обратите внимание, сейчас я приближу камеру. Там есть девичья башня. Так она называется. Видите, посередине моря. Когда будем возвращаться, обязательно заедем туда. Тоже сделаем съемку. Думаю, что будет интересно. С вами Султан. Продолжаем движение. Вот такой вот вид. Вот такой вот вид. Приехали мы сюда. В общем, жизнь идет. Жизнь прекрасна, когда гуляешь, когда есть возможность выдвигаться. Но я хочу еще подтвердить слова. Ну, как сказать, может, многие люди подумают, а много про Анзора говорит. Но именно Анзора я послушал, и я в этом, как бы сказать, ну, не разочарован, то, что я его послушал. Эти движения прекрасны. Если ты начал двигаться, это будет продолжаться. Не забывайте, друзья. Только нужно начать. И вот мы начали, и наши движения такие. Но идем дальше.